Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, гости канала. Сегодня у нас очередная распаковка очередной посылки с сайта AliExpress. Здесь штатив для видеосъемки с автоматическим отслеживанием человека. Давайте откроем и оценим его. Посылка шла около 3 недель, даже меньше, наверное. Получил постамат от Сайняо, упакован в черный полиэтиленовый пакет и воздушный пузырь. Внутри сам штатив упаковал надежно. Вот поворотный штатив раскладывается вот таким образом. Можно снимать как вертикально, так и горизонтально. Штатив для телефона. Вот таким образом съемка будет висеть в горизонтальном положении. Вот таким образом в вертикальном положении. Можно снимать как селфи, так и просто видеосъемки. Видеосъемку повернув вот таким образом. Я в основном снимаю горизонтально. Короткие видео только снимаю вот таким вот макаром. Сюда вставляем телефон. Подойдет для телефона любого размера. Вот объектив отслеживания. Объектив переключается. Это для съемки стоя, ну, во весь рост. Вниз переключение объектива на съемку сидя. Имеется пульт дистанционного управления для управления телефоном. Блять, на магните. Магнит мощный. Кнопка включения через Bluetooth. Нет, не на магните, я вас обманул. Просто защелкивается. Внизу имеется стандартное резьбовое соединение для подсоединения к штативу. Имеется в комплекте также подставка для него. Просто чтобы установить на стол или на какую-нибудь другую поверхность. Кабель зарядки USB Type-C. Вот таким образом крепим подставку. Все, закрепили. Подставка на месте. Можно снимать видео. В комплекте также имеется мануал. Ну, как я вижу, тут китайский язык. Ну, китайский, английский, наверное. Но, в принципе, тут разбираться нечего. Вот. Подсоединение, установка, подсоединение к штативу, ну и так далее. Так, управление. Кнопка включения. Вот здесь. Все, аппарат наш включился. Кнопка отслеживания. В инструкции написано, что аппарат понимает жесты, камера понимает жесты. Сейчас переключим наверх. Я стою. И отключение. Отслеживание. Здесь встроенный аккумулятор на 1200 мАч. Разъем зарядки находится сбоку. Разъем Type-C. Вот таким образом устанавливаем телефон для вертикальной, для горизонтальной видеосъемки. Вот. Переворачиваем вот таким образом, и уже идет вертикальная видеосъемка. Видеосъемка или фотосъемка. Это для селфи-съемки. Вот таким образом у нас будет обычная видеосъемка. Наклон на 180 градусов по вертикали. Сейчас я устанавливаю приблуду на штатив. Вот таким вот макаром. Разверну. Поставлю для горизонтальной съемки. Сейчас вот проверим на улице, как будет работать этот аппарат. Кнопка включения. Сразу идет работа на отслеживание. Поворачивается, как вы видите. Здесь кнопка отключения отслеживания. Здесь справа кнопка включения отслеживания. Также понимает жесты. Так, ну смотрим. Аппарат вращается, как вы видите. Даже
уйду подальше. Ладно, потом сделаем съемку на этот самый аппарат. В принципе, отслеживает далеко. Ну, аппарат рабочий, как вы видите. Отслеживание четкое. Сейчас заснимем на него. Ну, отлично работает. Так, жест вот такой. Видите, загорелся красный огонек. Отслеживание прекратилось. Жест окей. Ой, даже не знаю, как сделать. Аппарат должен включиться. Отслеживание работает. Теперь проверим видеосъемку на отслеживание. Аппарат вращается на 360 градусов. Так, ну, желательно нам тогда его перенести, чтобы я смог пройтись по кругу. Как вы видите, все отлично отслеживает, вращается по кругу. Цена этого аппарата 1500 в рублях, но это самая минимальная комплектация, вот, без всяких дополнительных прибамбасов, без штатива, без подсветки. Но я думаю, за лишние вещи переплачивать не нужно. Такого добра у меня навалом. И штативы, и все прочее. Так что за 1500 брать можно. И довольно-таки далеко отслеживает, как вы видите. Вот, хотя написано оптимальное расстояние от 1 до 3 метров. Но здесь уже больше намного. Аппарат следит даже на таком расстоянии. Ну, в принципе, на этом и все. Ссылочку на него я вам оставлю в описании под видео. Может, кому-то и понадобится. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Канал Шопинг, канал в Ютубе. Всем доброго, до свидания, удачи.